выгодный кредит на любые цели, универсальные электронные карты, металлические счета и многое другое. Один из самых востребованных банков России – Сбербанк, представлен на 21-й межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ». Мы традиционно выставляем наш стенд, и этот год не стал исключением. Мы на нашем стенде представляем, наверное, все наиболее интересные и востребованные на рынке услуги как для населения, так и для малого бизнеса. Единственный на всю выставку банкомат и увлекательный стенд с интерактивной игрой были, пожалуй, самыми популярными площадками на контуре. Но это еще не все. Все гости выставки, не отходя от кассы, могли заказать себе банковскую карту с индивидуальным дизайном. Особенным новшеством является заявка на карту с индивидуальным дизайнерским видом. Соответственно, вы можете прямо здесь, прямо сейчас подать заявку на получение индивидуальной карты с тем изображением, которое будет для вас максимально интересно, которое вам сейчас нужно. На выставке произошло еще одно значимое мероприятие, а именно подписание соглашения о сотрудничестве между Чувашским отделением Сбербанка и строительной компанией СУОР. Это соглашение касается проектов в сфере жилищного строительства, дорожного строительства, в сфере агропромышленного бизнеса и так далее. В целом на общую сумму более 11 миллиардов рублей. Это очень весомо. С компанией СУОР мы работаем очень давно. Проект амбициозный. Сумма соглашения составляет около 10 миллиардов рублей, чуть больше. Поэтому предстоит очень большая работа. В первую очередь строительство жилья для правительства Чувашской Республики, которое мы выиграли этот тендер. Около 30 тысяч квадратных метров. И я думаю, что этот проект до конца года будет реализован. Посетить стенд Сбербанка и на себе ощутить все преимущества компании вы можете до 22 июня с 10 утра до 19 вечера в выставочном центре «Экспо-Контур».